Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Знаете? Так точно. Сложное время диктует новые условия. Безопасность вас и вашего предприятия – залог успешного бизнеса и спокойной жизни. Частная охранная организация «Витязь Северодвинск». Полный спектр услуг в сфере безопасности. От проектирования и монтажа систем безопасности любой сложности до вооруженной охраны объектов и сопровождения грузов. «Витязь Северодвинск». Ломоносова, 42А. Телефон 58-46-06. Ваша безопасность – наша работа. Пьяная, да. Предположительно, перебрав спиртным, решила покончить жизнь самоубийством. 29-летнюю девушку от падения с 4-го этажа спас 31-летний муж. Инцидент произошел на Карла Маркса, 19, когда спасатели вскрыли дверь в квартиру, у окна за ногу ее держал мужчина. Медики решили оказать помощь девушке, но она повела себя крайне неадекватно. Она порезала левое бедро об оконное стекло. После осмотра и оказания скорой медицинской помощи бригада скорой помощи была доставлена во вторую городскую больницу с диагнозом резанные раны левого бедра. Алкогольное опьянение, суицидальная попытка. Сотрудникам скорой помощи девушка рассказала, что на протяжении 2 лет употребляла курительные миксы. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции. В выходные сразу 2 женщины не могли попасть к себе домой. В своих квартирах от них закрылись мужья. Первый случай произошел 8 ноября на Чеснокова, 22. Мужчина, предположительно в алкогольном опьянении, выгнал жену из дома и закрылся в квартире с 5-летним ребенком. Спасатели деблокировали дверь при помощи слесарного инструмента. Обеспечили доступ в квартиру полицейским. 9 ноября за дверью своей квартиры оказалась жительница Орджоникидзе, 2. Мужчина закрылся и не пускал жену домой. Спасатели попали в квартиру через балкон. Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Знаете? Так точно.